17 февраля 2022 год, город Кибули. Сегодня отличная погода, солнце. Я думаю, будет 12 градусов, а может и больше. Я иду с рынка, купил печенку, лук, мука, также кукурузная. И сейчас собираюсь на рыбалку ловить головля. Попробую сегодня на печенку. Говорят, на куриную печень ловится. Ну, попробую на говяжью. На вареную, на сырую. Интересный эксперимент. И попробую еще на кукурузное тесто. Вчера ловил, абсолютно ничего не ловится. Видно, что голавль подходит, понюхает червяка и уплывает. Пробовал на хлеб, то же самое. Подплывет, поинтересуется. Нет, ерунда, и уплывает. Интересно, что с ним случилось. Ну вот сегодня попробую на новую наживку. Насадку. Ага, результаты попозже. Вот у нас здесь заменили все окна на пластиковые в доме. Я так думаю, это будет по всей улице. Интересно. Даже окна заменили. Вот дом напротив детского сада. Да, из Кибули что-то хотят сделать. Какую-то конфетку. Иду с рыбалки. Рыбалка нулевая. Вчера ничего не поймалось. Сегодня тоже ноль полный. Ни на червяка, ни на опарыш, ни на печень, ни на тесто, ни на что. Ни одной поклевки. Что происходит с рыбой, непонятно. Ну вот я уже дома, занимаюсь вареньем печени, готовлю ужин. Ну вот сейчас посмотрел календарь рыболова на февраль месяц. Действительно, 15, 16, 17 число. Очень плохой клев. Полнолуние. Вчера было. Вчера ноль, ни одной рыбки. Сегодня тоже ноль. Похоже, календарь работает. В частности, на нашей речке. Раньше я как-то ему не доверял. И вот на озере, когда ловил, что-то как-то не совсем совпадалось. Ну вот на полную луну многие согласны, что да, плохо ловится на полнолуние. Но через дня 3-4 пойдет уже нормальный более-менее клев, хороший написано. Вот попробую. На той недельке, наверное, пойду половить. И интересно вообще, как работает календарь рыболова. Насколько всегда совпадает. Вот буду смотреть, наблюдать.